нравится, как снимается на этой камере. Давай. Джамилька спит. Маму за рулем. Так вот задний привод работает на песке. Ни хрена не едет. Просто закапывается. Мы в месте под названием Sea-Cliff Beach в городе Аптос. Со мной вот здесь, в общем, мы находимся на пляжу. И здесь, вот с той стороны, заброшенный затопленный корабль. К слову об отдыхе в будний день. Сегодня у нас среда, середина недели. Все работают, и только счастливые люди отдыхают в будний день на пляже, когда народу нету. Все замечательно.
Что интересно, в этой машине есть режим, ну, переключение просто скоростей, грубо говоря. Я сам гоняю на высокой скорости, а сыну даю на маленькой скорости, и чтобы чисто было безопаснее. А то наедет кому-нибудь на ногу, и потом отвечай за эти действия. А вот и солнышко вылезло. А то как не приедешь на пляж, все пасмурно и облачно. Хороним тачку, говоришь, все? Давай. Что давай? Хороним. В общем, тачка сдохла. Походу, вода попала в электронику. И все накрылось медным тазом.